господа офицеры, мы собрались в столь тревожную годину для того, чтобы обсудить возможность решительного, понимаешь, удара по правящей партии кротов. Лучший из нас будет отправлен в тыл врага для наведения тотального беспорядка, паники и хаоса. Родина никогда не забудет мужество погибшего за правое, левое и среднее крыло героев, посмертно присвоит ему звание сержанта, лейтенанта, подполковника, майора, генерала, маршала, а при наиболее благоприятной смерти может быть даже правящего. Помните, что совершение боевой операции зависит исключительно от нас. Враг будет зарыт. Я готов. Ну давай, братан. Помните, при выполнении боевого задания требуется полная сосредоточенность. Thank you.
начнется заваруха, помните, что среди... Right.